30 января на 81-м году жизни скончалась выдающийся ученый-лингвист, заслуженный профессор Казанского федерального университета Эмилия Балалыкина. В мраморном зале 2-го учебного корпуса КФУ состоялась гражданская панихида. Она была очень жизнерадостной. Чинистка, в любом смысле, даже решать какие-то вопросы всегда с ним было легко работать. Я считаю, что для нас это очень большая потеря, как ученого, с мировым именем, как блестящий преподаватель, как любимый студент. Ее имя знаменует целую эпоху в развитии казанской лингвистики. У Эмилии Балалыкиной было множество наград. Среди наиболее значимых – заслуженный деятель науки Республики Татарстан. В 2017-м была удостоена государственной награды медалью «За доблестный труд». Ректорат Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого от имени всего коллектива Казанского федерального университета выражают соболезнования родным и близким Эмилии Агафоновны. Анна Глазунова, Олег Апачаев, Универньюз.